Всем привет, с вами Дрома Ниндрин, и мы продолжаем проходить башню испытаний Mortal Kombat. Теперь у нас наш Рейден. Ну я, по-моему, лучше буду называть его Райденом. Мне привычно, как в русской локализации Райден. Звучит круто. Собственно, Райден против Найтвулфа в замедленной битве. О, да у меня аж каждый день так в онлайне, так что меня этим не удивить. Они думают, что это как-то усложнит мне жизнь. Они забыли, что они на ПК выпускали. Могу только поменять испытания. Потому что я в слоумо играю каждый день. Прикольно, да, подолбал. Так звучит. Ой. Эх, он не проехал. X-Ray не проехал. Да он достал уже. Все. Комбо его чисто победил. Красиво вышло. Ну, примерно такое же каждый день в онлайне и творится. Что бой был легкий. Послушай старших. Рейден против Саб-Зиро. Райден. То Рейден у меня когда выскакивает. Сможете выжить, используя только специальные атаки. Вы вполне. Именем старших богов я приказываю тебе остановиться. Блин. Так. Ага, круто было. О, у меня еще нога. Блин, молния прошла. Я думал, она останется. Райденом легко играть. Легко. Обмен жизни. Уж что они не поделили, я еще тем более не понимаю. Каждые 15 секунд соперники будут меняться здоровьем. Опа, вот это будет трудно. Главное, чтобы у меня было маленькое здоровье, пусть он меня бьет. А потом я его забью быстро. Главное его сейчас победить быстро. Все. Ну, собственно, такая легкая тактика. Ладно, успеть его победить до того, как таймер опустится. Мы успели. Все, в этом весь бой заключается. Не тупить, не атаковать его в самом начале, просто дать ему вас забить. А потом поменяться с ним здоровьем и убить его на 15 секунд. Думаю, ничего трудного нет в этом. Нужно делиться. А, опять, теперь только мы поменялись персонажами. Ты не готов к подобной силе? Посмотрим. Какой именно силе, а не о чем? Торпедка работает нормально. О, зря Кунглаут это сделал. Ну, у меня почти полное здоровье. Само собой, с Райденом. Что тебе делать? Райден все-таки бог, как-никак. Хоть он и не старший бог, но он намного полезнее, чем те старшие башки, которые сидят и ничего не делают. Гнев старших богов. Вот только я начал их обзывать, сразу же они меня решили разгневались на меня. Хотя, может, это я на них. Черт его знает. Сможете победить троих соперников? Нет. Почувствуй мой гнев. Вот здесь сколько с ночным волком будет, я убиваю, мне бонусы. Надо аккуратно. Вон, а мне уже бонус отошел. Нет, торпедку надо использовать грамотно. Так, а ХПшка не восстанавливается. Собственно, против меня смертельный альянс вместе с Ермаком.
Туда-сюда полетел. Полетал. Ох, нет, не смог. Надо, не надо было так легко играть с Кончи, надо было серьезнее к нему отнестись. Сидеть просто в блоке, он не может снимать нижний блок. Только если близко подойти, а ему я не дам это сделать. Так. Да ну ты, я еще больше хп, по-моему, потерял, чем в прошлом бою. Еще давай, давай! О, слава богу, я ушел. Полезно иногда топать в ту сторону, в которую надо. Я просто потерял все хп в хлам. Какой что победить-то? О, он меня в сухую разделал, блин. Вот зла не хватает на этого Кванчи, его ненавижу. Самый ненавистный мною персонаж, нет. Ненавистный мною персонаж это Лю Канг. Что он в онлайне он ничего не умеет делать, кроме как просто использовать комбинацию трех кнопок. Кстати, усиленные эти магические атаки берут больше, чем обычные. Да блин, меня уже не хватает, хочу помочить. Давай. Ну давай. Все. Ермак теперь. Опа! Опасно! Очень опасно. Все! Ну, конец был, конечно, волнующий. Я думал, я сейчас проиграю, но все-таки затянул. Что Ермак просто делал всякие глупости. Кто телепортался на меня в блоке, то еще что-то. Проверьте вашу силу. О! Тест your might. Test your might. Да, тест your might. Ну давайте сломаем что-нибудь. Голову. Ох, Рейден, ты молодец. Голова. Снято. Ну, Джонни Кейдж, само собой. И награда 0. Значит, это что-то другое будет, раз награды нет. Чем больше вы убьете своего соперника, тем больше будет награда. Я подумал. Ты режиссер не моих фильмов. Так, в угол. Сильно его побил, немножко монет отработал себе. По-моему, такие читерные задания, очень легко тут деньги получать. Двойная беда. Джонни Кейдж против Джонни Кейджа. Ну, к тому же, тут деньги в особенности не нужны, у меня уже, наверное, хватит денег, чтобы купить весь Некрополис. Кейдж должен выиграть бой со здоровьем 25% или меньше. Никчемный кастинг, этому парню далеко до меня. Кейдж Твин. Не очень-то и далеко, по-моему, он все копирует от тебя. Я, пожалуй, лучше сначала его дотяну до почти смертельного состояния, а уже потом сам.
Ну, я думал, он меня отхватит сейчас. Ха, меня спас панч, по-моему, называется. О, опять. Джонни бэт хим ап. Все. О, прям. Ох. Что ж ты с ним сделал, Джонни? Старые друзья на ужин. Теперь Джонни против двоих. Опа. Убейте Джакса зомби и Соню зомби. Если враг вас укусит, то вылечит себя и получит бонус к урону. Джакс! Соня! Как дела? Еда! Плоть! Мозги! Хорошо, хватит с вас остроумного, Стёба. Fight. О! У них как у Мелины удар. Давай. Просто удар Мелины наклеили на них. Опять. Видимо, других ударов нет. Нет, есть. О, это будет. Это надолго, я так чувствую. Все. А! Ест меня! Опять! Он X-Ray даже ломает этим? О, бред. Я думал, X-Ray-то как бы перекроет его прыжок, хватку. Оказывается, нет. Я думал, X-Ray у Джонни все блокирует. Fight. Так. Ладно, давайте постараемся победить Джакса, чтобы он на нас не прыгнул. Может вообще тогда дальнюю дистанцию держать? Как вариант, это нормальная Low First Ball, SDT. Как я мог забыть? Я же обещал, что не забуду. Так. Ну опять! Ну что ж такое? Давайте вот так просто закидываем их и все. Чтобы она даже не подошла ко мне на расстояние укуса. Хорошо, что это не Мелина. Мелина там профи. Ну опять. И Джекс жирно восстанавливает хп себе после прыжка. Вон, не подходи, Джакс, фу, блин, у них бонус к силе жесткий стал. Так, уйди. Хотя бы попытался. Давай. Нет, немного осталось дотянуть, и он меня завалил, этот Джакс. Ах, вот. Из-за этой башни, я думаю, у меня очень много нелюбимых персонажей появится. Все больше и больше. Fight. Вот
Джексом я как бы умею играть, и он мне как бы отчасти нравится. Не очень он, конечно, персонаж для меня все равно, это не мой стиль, но играть, по сути, можно. Но он меня бесит уже. Особенно тем, что очень часто прыгает. Пошла вон. Соня, я тебя люблю, но ты теперь умерла. Давай. Ну. В хлам. Просто они прыгают на меня и жрут меня. Пробуем этой комбой. Мини-комбой, я бы даже сказал. Они так и ждут момента, чтобы прыгнуть и съесть мои мозги. Особенно Джакс, он это особенно любит. Если у Сони у меня как-то удается еще блокировать, то у Джакса обычно я всегда попадался. Все. Оу, е. Тяжело, но проходибельно. Они приспособились. Теперь опять Джонни Кейдж и Страйкер против толпы зомби. Это же уже было. Зомби изменились и стали нечувствительны к вашим атакам. На зомби из слизи не действует силовой шар. На черных зомби не действует пистолет Страйкера. Черт, кажется, они адаптировались к вашему оружию. Ты берешь черных, а я займусь зелеными. Понял. Тут надо просто выбирать соперников. Так. Так. Опа! Опасно. Опасно было. Опа. Оп! Нет. Почти! Почти. Просто они один медленно идет, другой быстро, и они меняются, и когда я меняю персонажа, уже один идет тот, которого я уже не смогу поразить. Ладно. Лоу-бол. Ой, не того взял. Ой, нет. Я уже запутался. Все, Сэнни остался. Фу. Я не представляю, что дальше будет. Ну и, собственно, мы прошли уже все, что смогли. Следующая миссия будет «Запах гора», но это уже в следующей части. Спасибо, что смотрели меня. Лайкайте, подписывайтесь, пишите комментарии. Будет приятно с вами пообщаться. Вот. Не, это я уже пошел по второму кругу. Ну, все, собственно, прощайте, удачи. Смотрите еще меня, смотрите еще.